Прикольно ходить по льдинам. Кто на лыжах ходит, кто на костылях, а я по льдинам. Да, одно из любимых моих занятий — это хождение по льдинам. Хлебом не корми, дай по льдинам походить. Какая прелесть. Идешь, бывало, по льдине, идешь, а навстречу тебе девушка идет, молодая, симпатичная. Ну, как тут не познакомиться? Тем более-то никого вокруг нет. Больше ёпаста. Качающаяся льдина иногда встречается, но это не страшно. Достаточно перепрыгнуть на другую, и все опасности как рукой снимаются. Вот. Осталось еще километров 8 по прямой. Ну, это по льдинам есть.